В Овидиополе задержали милицейского чиновника. Правоохранителя подозревают в торговле наркотиками. Милиционер работал заместителем начальника райотдела, а попался с партией в полкилограмма героина. В течение последнего месяца это уже второе задержание оборотня в погонах именно из Овидиополя. Сотрудники СБУ задержали этого наркокурьера на трассе под Одессой. У его жены во время обыска нашли спрятанный сверток с деньгами. Внутри 500 тысяч гривен. Какие у вас есть денежные средства? Кому они принадлежат? Их происхождение, пожалуйста. Да кидай на капот. Давай. Кладите на капот, пожалуйста. Что это? Деньги. Деньги. Разверните, пожалуйста. Задержанная пара – члены преступной группировки ромского происхождения. В Овидиополе они сбывали героин. Безопасность бизнеса за 5-10% от прибыли обеспечил замначальника местного райотдела. Ему давались образцы, которые он показывал ряду лиц, сбывал сам, либо так называемо крышевал вот эти действия вот этой преступной группы. На сегодняшний день этот руководитель задержан. На сегодняшний день также принимается, решается вопрос об избрании у меры пресечения содержания под стражей. Меньше месяца назад СБУ и прокуратура уже задерживали милиционера из Овидиополя. Тогда попался сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. Тот организовал преступную схему вместе с двумя коллегами и вымогал у жертв деньги. Куртка сотрудников милиции. МВС, ГУМВС Украины, в Одесской области. Сейчас на причастность к наркобизнесу в райотделе проверяют и других сотрудников. Известно, что задержанный заместитель начальника мог иметь сообщников. Александр Полуев, Константин Гак, Константин Блужневский, 7 канал.